Всем доброго времени суток, банда. Ну и сейчас будет наше продолжение по данной катушечке Stelle 13 года SV5000PG. Сегодня мы, уважаемые зрители, будем рассматривать ее ротор и, соответственно, конструктив ротора, механизмы ротора, там дужку лесоукладывателя, ролик лесоукладывателя. Ну, грубо говоря, там посмотрим так поверхностно, что там у нас имеется. Ну, что мы наблюдаем? Наблюдаем вот такой вот хорошей толщины такой стальной шток, покрытый закаленный током высокой частоты. И, грубо говоря, вот такой вот сверху такую контрящуюся пластиковую шайбу, и она же и будет выполнять еще и корпус, блядь, прижимать пыльник, да? Ну и, соответственно, контрить гайку ротора. Снимаем сам этот контрящий кожух. Видим здесь такую нарезку под грани гайки, да, которую он стопорит. И вот сам пыльник, который предотвращает попадание со стороны штока и гайки ротора и подшпульного механизма грязи. Выполнен он, в принципе, практически традиционно. Ничего в нем особенного нету, кроме верхнего вот такого вот уплотнительного кольца, который выбирает так называемый свободный ход. Да, ходит он точно с таким же примерно усилием, как у всего семейства катушек Шимано. Ну что, банда, продолжаем нашу дальнейшую разборку. Видим вот такую большую гайку ротора. Видим, внутри нее сидит такой подшипник. Видно, что там стоит пластиковая втулка, то есть не металлическая. Вот вся такая конструкция. Есть, конечно, определенная, так сказать, особенность всего вот этого. Вот подшипничек. Вот в нем мы видим вот такую вот втулочку. Думаю, все хорошо видно. Надо проверить сразу же подшипник. Подшипник подшуршивает, издает определенные звуки. Катушка у нас все-таки не новая, нужно понимать. Вот гайка выполнена вот таким профилем, которая четко садится у нас в профиль ротора, да. И здесь мы вот видим вот такое вот уплотнительное кольцо, которое чуть-чуть выступает, когда гайка прижимается. Вот это вот уплотнительное кольцо закрывает вход от попадания воды. Вот. Очень даже как бы неплохо сделано. Давайте посмотрим сам ротор. Сам ротор у нас сделан металлический, да. И здесь мы можем наблюдать вот такую вот особенность, что на шейке ротора тоже стоит уплотнительное кольцо. То есть именно не какая-то там опрессовка, потому что ротор весь сделан из металла, а именно сделано уплотнительное кольцо, которое у нас закрывает, грубо говоря, вход в механизм
ну, то есть в муфту обгона или стопор обратного хода, чтобы не попадали у нас вот в эти вот данные щели по вторичной шестерни именно влага. Ну, а здесь традиционный пыльник, как бы сказать, в традициях Шимана, да, и, соответственно, вот такая вот втулочка, да, закрывает, и мы видим, как раз здесь смазка, то есть ставился именно масляный барьер. Ну, это у нас совсем другая история, а нас в данном видео интересует именно, так сказать, ротор и его механизм. Начнем раскручивать с ролика лесоукладывателя. Здесь мы видим вот такой вот винт. У него здесь такой вот профиль, да, специально. И здесь мы видим вкручен шестигранник. То есть, как бы блокирует его раскручивание, да. Вот он вкручивается либо в это место, либо здесь. Здесь он именно вкручен вот сюда. Такой же шестигранник, как и в прошпульном механизме. Сидит он у нас, садится на резьбовой фиксатор. Винт как барашек, можно теперь уже откручивать руками. Видно, что он тоже был посажен на резьбовой фиксатор, и откручиваться он с какой-то такой грязью. Видите, она прям высыпается в руку. Это, скорее всего, остатки резьбового фиксатора, которые уже пришли в негодность. Вот. Видим, что агрессивная среда сделала кое-какое дело, да? Традиционно. Все это у нас традиционно заклинено. Что не коснешься в этой катушке, все заклинено, уважаемые зрители. Все, уважаемые зрители, требует у нас оперативного вмешательства. Да, это именно контакт с соленой водой. Да уж. Ничего тут, в принципе, по конструктиву особенного нету, уважаемые зрители. Также два подшипника, такие же адаптационные втулки, большой рулик у лесоукладывателя, по краям вот такие фигурные шайбы, то есть все как бы обычно тут именно в конструктиве этого рулика укладывателя. Но мы видим, тут просто подшипники родные стоят, да, все тут просто по ходу. Не понял, что шоу продолжается. Ой-ой-ой.
Да, вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Ну вот, видим сам ролик лесоукладывателя. Вот, видим адаптационную втулку и в ней подшипничек. Вот. Судя по подшипнику, видим, что тут одна уже ржавчина. Чтобы снять мне это все, сейчас пришлось добавлять масло шимановского чуть-чуть, чтобы... Во! Вот такого же скача, банда. Я аж прям в восторге. Такого же скача я еще... Думаю, все слышат. Руку отдает так, как аж зубы, как отбойным молотком крошит. Вот тут вот реально, пацаны, тут подшипники не круглые, они реально треугольные, я вам отвечаю. В руку отдаю так, что ого-го, они там просто перекатывают, переваливаются. Да, они там все просто выржавели. Вот. Ну ничего, все нормально. Адаптационная втулочка. В ней подшипник. Вставляется это все вот так вот в ролик. И дальше мы видим, здесь разделительная втулка. Вот она. И дальше такая же обойма. Грубо говоря, тоже адаптационная втулка, и в ней подшипник. И мы видим, и это тоже все вклинено. Блин. Не каждый шаг дается разборке этого ролика, этой катушки поэтапно. О, все-таки масло сделало свое дело, и слава богу, оно все пошло. Я думал, сейчас опять придется. Вот. Наблюдаем разделительную втулочку. Тоже все тут закише. Катушка запущена, мужики. Не покупайте такие бэушные катушки с моря там или еще откуда. Так, ну тут я даже опять боюсь посмотреть. О! Это что-то вот прям нормально. Вообще красавец. Этот вообще вклиненный. Он даже не проворачивается. Все. Этот подшипник вообще клином поймал. Тут особо нечего рассказывать. Ну и давайте уже досмотрим устройство ролика. Видим с этой стороны тоже фигурную шайбу. Упорную. Вот она. С таким профилем. Видите? Такая специальная ступенька, чтобы вся конструкция у нас не притерялась. И вот сам суппорт. Вот, уважаемые зрители, выглядит это все вот так вот. Так, ну, что нам тут еще осталось посмотреть? Осталось посмотреть устройство самого механизма данного ротора. Так, резиночку мы снимем. Эти винты видно, что уже крутили, шлиц тут позбит. Видим остатки перманентного резьбового фиксатора. Вынимаем. Смотрим. Вот все металлическое. И видим вот такую вот втулочку. Все очень качественно и надежно. Вот такая конструкция. В случае чего-то, то под замену у нас пойдет в данном узле втулка. Хотя, я бы сказал, на Стелле 10 года сделано более прикольней. Здесь вот этого посадочного нету вообще, оно плоское. И вместо своего упора служит сам винт, который там стоит
3 рубля мешок, чтобы его поменять. Ну, здесь пока неизвестно, как эта втулка будет на износ. Она будет изнашиваться или будет само коромысло изнашиваться, или будет изнашиваться само посадочное место. Но на данный момент я здесь особо никакого износа, уважаемые зрители, не вижу. Но так, что нам еще осталось? Осталось нам теперь еще снять самое главное коромысло. В данный момент здесь все в металле. Коромысло это и это, оно металлические они. Видите, все сделано конкретно. Проволока здесь уже цельная, утолщенная. Вот, и давайте продолжим наше движение. Вот, здесь все стандартно. Видим также фиксатор, он же как бы звуковой сигнал создает. Здесь он металлический с пружиной и, по сути дела, саму пружину. Но нас сейчас интересует в данный момент, как выглядит здесь вот это вот узел, именно вот эта вот втулочка. Да, втулка сделана по той же конструкции, что и с левой стороны по ходу полета. Вот, и не таким вот нехитрым образом это все реализовано. В принципе, тоже все надежно. Весь металл соприкасается через данную втулочку. Снимаем декоративную накладку. Вот она. И добрались до самого механизма. Механизм традиционный для Стелл. Именно для Стеллы 2010 года. Как раз вот такая вот прокладочка. И сама пружина, по сути дела, по мощности, я бы не сказал, что она даже мощнее, чем на 10-й Стелле. По-моему, из такого же диаметра проволоки и примерно такой же длины. И вот такой же там стоит толкатель. Ну и сам толкатель механизма самосброса, он традиционный, как и на большинстве катушек. Также и механизм фиксатора и оповещения откидывания дужки тоже выглядит вот таким вот образом. Как мы видим, что данные узлы ротора и рули лесоукладывателя для данной катушечки, уважаемые зрители, они традиционны для Шимана и, по сути дела, аналогичны, кроме, грубо говоря, крепления вот этих вот коромысел. У Стеллы, у десятки, здесь нет этих посадочных мест, да. Сделано, мне кажется, прикольней, чем вот в данной ситуации. Но здесь это тоже через втулочки, да, пластмассовые, возможно, тоже неплохо, да. А так, в принципе, я бы сказал, схожесть механизмов, по сути дела, с традиционными катушками Шимана старых лет, особенно 2010 года, она очень-очень схожа. Ну и катушка сама тоже 2013 год, да, как бы понимаете, все навеяно еще тем, грубо говоря, концепция. Вот. Ну, на этом, уважаемые зрители, видео заканчиваем. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.